Три дома і 7 господарчих побудов згорели гэтай ночі от разраду Маланки. Пожари відбулися у обласним центрі, у Могильовським, Бобруйським, Осіповіцьким, Дрибінським і Биховським районах. На щастя, люди не потерпели. А вось шкода нанесена значная. У вёсцы Пудаўня Дрибінскага району Маланка знішчила пуню, навес для дров і лазню. У господароў дома, што па вуліцы Михайловскай у Бялыначах, ад разраду Маланки згорели хлеў з парасём і пуня. Аднак больш за усіх дасталося магілёўчанам. У обласным центре от разраду Маланки сгорели два дома. Один на улице Байкальской, другий на завулку Ивовы. Господары выбрались самостойно. Обошлось без потерпелых. Еще один дом сгорел у Быховском районе. Вратовальники зараз шукают его господара. От моцных порывов ветра в области потерпели 8 районов. Бобруйский, Быховский, Глузский, Дрыбинский, Кировский, Могилевский, Чауский и Шкловский. Например, только вратовальники убрали 44 поваленных древа. Под уздением стихии без электричности были 218 населенных пунктов, 48 молочно-товарных фермов и 218 трансформаторных подстанций. По информации предприятия Могилев Энерго, на 12:01 понеделка заставались без электричности 33 населенных пункта. На обновление электрозабеспечения працуя 121 техники и 95 аварийных бригад предприемства Могилёв Энерго. Работа водозаборов на территории в области не спынялась.